Ситуация с обеспечением населения Алагира водой стабилизировалась. 11 скважин работают в полном объеме. Также в самом городе функционируют 2 скважины. Еще на 2 небольшие проблемы с насосами. В ближайшее время их устранят. Объем воды остается низким из-за зимнего периода. И в некоторых частных домовладениях давления недостаточно. Не все колонки зажигаются, к сожалению. Дело в том, что из-за аномальных холодов очень многие жители, особенно сельских населенных пунктов, понатрывали краны в огороды, в сады, чтобы у них, естественно, водопроводы не замерзли. Вместо того, чтобы утеплить, просто откроют воду, даже если она течет чуть-чуть, все равно это для нас потеря воды. Хочу обратиться к жителям Алагирского района, более рачительно относиться к воде и подумать не только о себе, но и о своих согражданах. Напомним, в начале января из-за аномально низких температур замерз магистральный водопровод в районе Гусары, и жители Алагира остались без воды. Аварию устраняли несколько дней. Мало того, что и так дебит из скважин, которых мы добываем, упал, потому что таяние снегов не происходит, ледников не происходит, так еще и вот эта авария. Где-то в районе 4 дней, значит, наш водоканал занимался этой аварией. Слава богу, все устранили. Был организован подвоз воды по заявкам жителей. Ну, конечно же, это доставило очень большие неудобства для жителей Алагира, особенно его западной части. Повторяю, на сегодняшний день более-менее ситуация стабилизирована.